Приезжая в Киргизстан, возвращаясь к берегам цивилизации, ты будто попадаешь в новый мир. Не тот, в котором жил раньше, а в прошлый, в котором уже не бывал. Красоты не помещаются в мое воображение, и вообще ими невозможно насытиться. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know, man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel, I feel, I feel, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. Всегда. Но неизведанное манит своей загадочностью. Самого большого озера Иссык-Куль мне повстречался итальянец и русская девчонка. Вечером мы дружно решили заночевать в палатках на берегу, общаясь и греясь у костра из коровьего навоза. Come all you young rounders, and a story I'll tell of the promise of heaven and the warning of hell. Take heed where you ramble, or too soon you will go. Way up on the... Засветло я ушла бегать в горы. Это занятие одно из моих любимых, где печально и неблагоприятно сломала ногу. К счастью, рядом были поляки, которых наверняка послал Господь, и их машина успешно сломалась не так уж далеко от меня. Я доползла до них на коленках, и они молодцы наложили мне шину, после отвезли в больницу и даже оплатили гипс. Остаться в Киргизии я не могла, по причине деревенских туалетов. Когда у тебя сломана нога, это весьма неудобно. Поэтому в тот же день со своим 30-килограммовым рюкзаком и палочкой я отправилась в Алматы. В общем, на этом мой трип не закончился. И я купила онлайн-билет из Вильнюса в Исландию, поставив себе цель встать на ноги за 2 месяца. Время пришло, и нужно снимать гипс. Как бы я этого не хотела, и как бы сильно этого я боялась, сегодня 24-й день, практически закончился.
И у меня осталось 40 дней до того, как я должна научиться ходить. Я проехала за день 40 километров, и через 20 минут меня берет добрейший мужчина, водитель автобуса, и провозит на целую 1000 километров за ночь. Я высыпаюсь, и сейчас 7:30 утра, еду дальше. Машины проезжали мимо, и вдруг остановился мужчина с красивым дельтапланом на прицепе и дал мне 6 литров воды. Сейчас душ приму, обрадовалась я, а он купил мне билет на самолет в Украину. Офигеть!